Как всегда, я Узир, сегодня мы поиграем в кейс опенер. И тут добавили такой клевый кейс. Тут вот такие вот скины. И один этот стоит 55 монет. У нас пока есть, и мы можем позволить на все деньги себе. Давайте, сколько и того будет у нас. 10 кейсов. Это очень хорошо. И в первом кейсе мы выбиваем АВП Redline. Сколько ты стоишь? Хорошо. Нормально. Окупаем. И 55 это очень хорошая цена для такого кейса. Еще один Redline. Нет, Сайрекс, ты сколько стоишь? По-моему, где-то $5, да? Нет, не окупаем, кажется. Ох, ну это печалька. Сайрекс лучше не выбивать. Редлайн опять. Лучше бы Вулканас был бы. 50! 50! АВП Редлайн! Хорош. И у нас еще 7 кейсов впереди. В каждой серии будем открывать по 10. Давай ножик, нет! 250 азимов. Ой. Хорошо, окупаем. Чего, побыстрее откроем все кейсы. Давай. Ай, да, Сайрекс. Давай еще раз открывайся. И на нормальный дроп выпадай. Хороший такой. Меча Индустриес. 11 евро. Нормально. Еще 4 кейсика. Кейс крутится, лавеха мутится. И сколько? Неплохо. Еще 3 кейса впереди. Финальные 3 кейса. Редлайн. Да. Нормально. Прямо с завода. Сколько стоишь? Ну сколько? 50! Еще один за 50. Два кейса. Сайрекс, ну нет, обязательно надо так портить настроение. Мы так и ни одного ножа не поймали. Прошу, ножик в последнем кейсе. Давай! Да! Нет! Нет, ой, да, я это вообще сбросить. Хорошо, с вами был, как всегда, я Узир, и всем пока.